Туризм мог бы стать одним из основных источников дохода для предпринимателей и бюджета Атырауской области. Сейчас в приграничной с Российской Федерацией зоне начали появляться туристические базы. Там готовится к предстоящему сезону. Но почему спрос рождает пока только скромное предложение? В нашем следующем сюжете. Курмангазинский район Атырауской области расположен между устьями нескольких рек, впадающих в Каспийское море. Первозданная природа, обилие рек и каналов сделали этот край настоящей находкой для туристов. Места потрясающие по своей красоте и столь же богатой фауной. Настоящий рай для охотников, рыболовов и любителей отдыха на природе. В последние годы по берегам рек стали появляться небольшие базы отдыха. Пик сезона приходится на весну и осень. Через месяц начнем принимать гостей. К нам приезжают как из Казахстана, так и из России и других стран. Предлагаем несколько видов рыбалки и охоты. Дичи здесь много. Тем не менее, соседней России, к примеру, турбаз в десятки раз больше. Возможно, потенциального туриста отпугивают цены. У нас день отдыха в такой избушке обходится в $100 на человека. В районном акимате заверяют, что прилагают все усилия для привлечения средств в эту отрасль. Инструментов для развития внутреннего туризма достаточно, уверяют специалисты. Другое дело, что здесь необходима как поддержка государства, так и инициатива самих предпринимателей. Уже отработаны маршруты по всем районам области, подготовлены планы мероприятий. В сфере туризма в первую очередь необходимо государственно-частное партнерство. Сейчас имеются государственные программы, это дорожная карта бизнеса для предпринимателей. И у нас, например, предприниматели в сфере туризма, они проявляют, еще и мало проявляют инициативности в этом отношении. Еще одна проблема – это отсутствие рекламы. Пока что подобные базы известны лишь в узких кругах охотников и рыболовов, хотя потенциал этих мест чрезвычайно широк. Это, например, экстремальный туризм или экологический. Если решить все проблемы, считают местные власти, то индустрия отдыха могла бы стать не только одной из основных статей доходов бюджета и предпринимателей, но и визитной карточкой региона. Фагат Утигулов, Аманта Айматенов, Атырауская область, Курмангазинский район.